что же покажет ближний бой, на который сделали ставку американцы? Здесь американских экспертов ждало самое сильное разочарование. Хищник не устоит против россиянина и здесь. Скорость российского самолета выше, тяговооруженность, соотношение мощности двигателя к весу машины тоже не в пользу американского самолета. Это даст российскому истребителю преимущество в бою на вертикалях. Двигатели с переменным вектором тяги и крепкий корпус планера позволят Су-57 совершать более резкие и неожиданные маневры, чем сможет совершить американец. Ракета пошла! Какого... О, черт! Это что за хрень была?